А мы все ждем, Дед Мороза, Снегурочка, вы не замерзли? Зима в Подмосковье неохотно вступает в свои права, но независимо от погоды, в последнюю декаду года в Щелково приходит сказка. В зимнем парке культуры ее по традиции встречают мультяшные герои и непременно у наряженной елки. Танцы остановились в тот момент, когда на площадке появились бородатые морозы в красных шубах и с подарками. Ежегодное шествие Дедов Морозов началось. Мы сейчас находимся в парке культуры и отдыха. За моей спиной 130 сказочных героев и ансамбль барабанщиц. Мы пройдем по новому участку улицы Пушкина, по улице Парковой, и встретимся все вместе на площади Ленина. Каждый раз устроители привносят в праздник новые элементы. Пригласят оркестр, поменяют маршрут движения, чтобы интереснее стало. Впервые шествие Деда Мороза проходит по обновленному участку улицы Пушкина. Здесь еще никогда не было столько Дедов Морозов. Да и вообще этот праздник действительно получается, ну, по-настоящему сказочный. Посмотрите, сколько за моей спиной сказочных героев. Под несмолкающую дробь бесшумная процессия выходит на улицу Парковая, где ее с фотографиями уже ждут люди. Увидеть в одном месте столько морозов – удача, которая выпадает раз в год. Мне классно, потому что обалденно! 100 тысяч, даже миллионы Дедов Морозов! Очень интересно. Жалко, конечно, что снега нету. Ну, было бы еще новогоднее настроение. А так, замечательно. Барабанщица просто супер. Настроение, конечно, отличное. Очень понравилось. Не ожидали, да, праздничное, несмотря на погоду. Да, несмотря на погоду, конечно, очень красиво. С Новым годом, с новым счастьем! Традиция проводить шествие в Щелкове появилась в 2013 году, и каждый год горожане ждут этот день, чтобы снова окунуться в толпу весело прогуливающихся людей. Светлана Романова пришла на праздник с 4 детьми. Мы ходим на него каждый год, и нам очень нравится. Мы теперь ходим всей семьей. Какое удовольствие вы от этого получаете? То, что наш Щелковский район развивается, и это масштабное шествие, и мы очень рады, что в нашем районе происходят такие глобальные праздники. Чтобы все были счастливы, здоровы в новом году и много-много праздников отмечали вместе. Почему сюда пришли сегодня? Праздничную атмосферу увидеть. Так. Ждем с нетерпением Нового года. Так. Всех с наступающим! Красочное незабываемое действие развернулось на улице Парковой. За моей спиной Деда Морозы. Ну а вокруг жители Щелково. Они машут Деду Морозу и очень хотят, чтобы желания исполнились. Ну а Дедушке Морозу с удовольствием машет им в ответ. На площади Ленина колонну морозов на сцене встречали музыкальные коллективы и герои сказок. Вокруг пространство заполнили люди. Поднявшись на сцену, глава округа предоставил первое слово главному Деду Морозу. Да, спешил я к вам, не скрою. Здравствуй, Щелково родное! Здравствуй, люд и старый млад! Как я нашей встрече рад! Я принес с собой метели, вьюгу снежную, пургу. Будет все через неделю. Я стараюсь, как могу. Хорошей и доброй традицией стало шествие Дедов Морозов. И сегодня вы видите, сколько их здесь собралось. Дорогие дети, будьте уверены, Дедов Морозов хватит для того, чтобы исполнить ваши мечты и доставить в новогоднюю ночь подарки под елки, которые стоят у вас уже дома. Дедушка Мороз, я по традиции хочу и вас попросить сегодня помочь нам зажечь нашу центральную новогоднюю елку. Ну что ж, мы с удовольствием это с вами сделаем, да, дорогие друзья? Ребята, вы готовы? Наша елочка горит! Елочка в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Ну а мы приглашаем вас на мероприятие, афиша которого будет.